14 ноября в России традиционно отмечают День социолога. Эта дата совпала с Днем образования социологического факультета Самарского университета. По этому поводу сотрудники вуза собрали всероссийскую конференцию с лучшими специалистами со всей страны. Преподаватели университета гордятся своими воспитанниками, ведь они востребованы не только в России, но и за рубежом. Выпускники уже работают в Великобритании, Венгрии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Мы считаем себя кузницей кадров, социологов, которых никогда в нашей стране не готовили так систематически, как готовим мы уже 30 лет. Идея создать социологические факультеты в СССР возникла в 1989 году. Их открыли в Москве, Ленинграде и Куйбышеве. У нас была создана одна из первых социологических лабораторий. И она сыграла очень большую роль в становлении советской социологии труда. С нашей подачи социология вообще по всему Поволжью, от Казани до Астрахани, наши социологи рожали эту социологию. По словам преподавателей, изменилось многое. Принцип подготовки социологов и сами студенты. Сегодня выпускников Самарского университета знает вся страна. Они достойно представляют огромную хартию трудяг, которые всесторонне освещают нашу действительность. Социологический факультет Самарского вуза входит в десятку лучших в России. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События.